Raise your hands up high, let me hear you fly. As I chase through dirt in a pitch black sky, imagination flow, let's revolution grow. Am I strong enough to win? Only God will know. Raise your hands up high, oh yeah. Всем еще раз конкретный огромный привет. Спасибо, что вы с нами. Матч Fnatic Meet Your Makers прямо сейчас на ваших экранах. С вами Slam Strike, StarLadder TV. И, в общем-то, уже почти готовы начать команды борьбу. Борьбу за нужные мачки для прохода. Эх, дальше по сетке. Не по сетке, а если правильно сказать, для набора и количества очков в групповом этапе. Ну вот у Meet Your Makers сегодня явно день кроволол. Спасает только карта Инферно, отсутствие нюка, которые они могут просто проиграть еще раз. Это радует на самом-то деле. Ну вот знаешь, вчера Fnatic показали безупречную игру на карте Инферно. Заруба против Титанов была, наверное, лучшим подарком для зрителя. И вот как сегодня Цибуля и компания будут противостоять Fnatic. Цибуля и компания. Слушай, он, наверное, обидится рано или поздно, на нас вычислит, потом приедет со своими польскими друганами, хулиганами футбольными, и отправит нас с тобой куда-нибудь. Хотя мы его за Киев вывезем просто, и все, мы его на Майдан отправим. Ладно, если такое будет. Шутка, конечно. Я думаю, все будет нормально. Он не парится. Даже Сережа Старик, что ты неоднозначно отмечал, неоднократно, точнее, отмечал, да, в переписке использует слово Цибуль. В переписке он его нормально, кстати, трафит. На самом деле, Старикс, я помню, давно еще в 1.6 нормально они общались на ЕМе друг с другом. Да, вообще с поляками всегда были дружеские отношения, вот только было, точнее, был один инцидент, ну, их было много, но все было под эгидой Сени и Таза. Ну, да, но вот это уже припалка. Такой момент, это интерес посмотреть на экран, ну, это, конечно, глупо, да, ну, а что поделать? Ну, посмотрел на экран, дал инфу, и все, и панику устроили поляки. На самом деле, право, но скандал раздул Карна, а Карна мы знаем как не особо надежного источника. Он любитель, на самом деле, повыпендриваться. Вот я просто столкнул лбами два братских народа. Да, но никогда не забуду ту ситуацию, которая из-за Карна возникла на каком-то из ланов, когда НИП играли с Fnatic, этот начал машинить, и в итоге Fnatic вроде выиграли, но нечестно, НИП не захотели переиграть. Короче, там какая-то громость. Я помню даже. Полная каша. И, в общем, Карн то же самое сделал с Сеней и поляками, поэтому мы должны. Ну, это как? Это вот два ругаются, приходит Америка и рассказывает, в чем суть, но Америке никто верить на самом деле не хочет. Вот так вот. Поэтому все было разжевано, прожевано, и про эту машину уже все давно забыли. Все хорошо между игроками. Это самое главное. Ну, я надеюсь, что все хорошо. Цибуля гейминг. Цибуля гейминг. Ладно. Что ж, мы ждем боевых рестартов, вот ждем Пронокса. Я тут Devil Волк об звонился в стиме. Проноксу тоже отсутствовали эти два персонажа по неведомой вообще причине. Вот наконец-то заходит пятый игрок. Да он уже был, он зашел, вылетел. У меня просто только-только присоединился, ну, по крайней мере, прорисовало его на сервере. Ну и, собственно, ждем. Начало и так уж, задержка сколько? 20 минут. Ну да, где-то в 20 минут, но это кстати, на самом это, деле не критично. Вот из 10. Это, по-моему, 10-й сыгранный матч в рамках 9-го сезона Star серии. Это первый, который задерживается больше, чем на 15 минут. Да-да-да, первый матч. Но, опять-таки, он последний в сегодняшнем игровом дне, поэтому у нас нет сдвига в расписании, так что все хорошо. Да, мы никуда не опаздываем, никуда не спешим. Для зрителя, в принципе, очень даже комфортное время. Да, очень. 7 по очень. Киеву, по Москве сейчас 9. 5 тысяч смотрит, нормально, сойдет. Да, мим Fnatic. Супер заруба, и мы в ожидании боевых рестартов. На самом деле, супер заруба была вчера, когда Fnatic играли. Че, новость на сайте с интервью Майам? Влада тут мне машет рукой. Влада, а если вот небольшой стриптиз для комментаторов, и мы скажем, что это лучшее интервью на планете? А? У Сони на стриптиз. Там можно пофапать, да? Да. Отлично вообще. Друзья, интервью на сайте CSGO StarLadder TV с игроками Miami Gaming, если я не ошибаюсь. И да, у нас, по идее, каждую неделю будет выходить какое-то вот такое обширное интервью с одной из команд, с одним из игроков одной из команд, участвующих в 9-м сезоне Star серии. Так что следите за выпусками на нашем сайте. Так, ну вот one sec, very close now. В общем-то, сейчас Дэви Волк вроде вернулся, и Лурт Джойнинг за атаку. Все, должны начинать играть сейчас команды. Хоть как-то. А пока не забываем, друзья, что вот... вот что еще хотел сказать. Смотрим расписание StarLadder. Давайте, наверное, прикинем. Хотя нет, мы уже не прикинем сейчас, что, где и как. Я бы вот хотел обратить внимание на сегодняшний день в про-серии, который весьма интересно выглядит. Команда Бандитс. Румыны. Ого-го.
Хотя это не румыны, наверное, скорее всего. Не, румыны все-таки, я понял. Так, матчи про серии сегодня тоже на самом деле есть интересные, поэтому по поводу вот стримов про серии и всего прочего, любители стримов, любители постримить, покомментить, поговорить в эфире, вы можете писать мне ВКонтакте с этими предложениями, если у вас есть желание комментировать про серию или хотя бы попытаться, ну, учиться как-то на этих матчах. Мы можем вам предоставить канал и возможность, в принципе, комментариев к матчам про серии с вот регулярного сезона, кроме финальной части. Если у вас есть желание, вы заинтересованы, обязательно пишите нам. Пишите мне ВКонтакте, vk.com/slamg, почта eSportsCaster, sobaka@gmail.com. На любых языках совершенно. Так, один АФК у поляков. Вот Мичу ВЦ нау. Мичу. Мне интересно. Да, вот как раз-таки слежу, когда же все-таки Мичу вернется. Но вот пока тело без каких-либо телодвижений. Тело пока в беспредела играет. Составы на сегодняшний матч, наверное, всем известные, всем доступные. Мы уже смотрели за игрой мумов. Фнатик, Пронекс, Девилволк, Джейви, Шнейдеры, Флюши, Мит, Йомейкерс, Лурт, Мичу, Гипер, Миниск и Иноцент. Вот Иноцент сейчас в форме находится. Показал он нам действительно неплохой уровень игры против команды Титанс, но, к великому сожалению, к очень, наверное, великому сожалению, его команда не играла на том же уровне, что и он старался показать. Блистательная карта Мидьюмейкерс Нюк против Титанов сегодня просто была провалена полностью. Парни теряют просто шансы на выход. Но, может быть, перевернуть кого-то из СНГ. Вполне возможно, эти парни ну, на самом на это деле, рассчитывают. Заруба в этом сезоне намечается очень серьезно. Я думаю, даже топовые коллективы будут терять очки. Вот на примере вчера Фнатики и Титаны потеряли по 2 очка каждая из команд. И вот таких вот встреч может быть все больше и больше, потому что действительно этот сезон очень непредсказуем. Ну и текущее местоположение Star серии, конечно же, пока выглядит следующим образом. Вот Нипы на первом месте, Титан на втором, Virtus Pro на третьем, четвертый Na'Vi, LDLC пятый, GamePub шестые, седьмые Мистики с одним матчем всего. Ну вот не сыграли у нас еще пока только Alternate в этом сезоне. Ни одной своей встречи. Ну и дальше уже пойдет заруба и замес местами. Фнатик пока на 10-м месте. У них отыграна одна игра. И она закончилась ничьей. В принципе, второй матч может сейчас закончиться победой, если команда Мидьюмейкерс все-таки не сможет собраться. Так, я вот, наверное, спрошу, в чем же там проблема? Панда, там какой-то прикол, которого мы не знаем и не догадываемся? Или все ок? Так, ну, end, вот мы видим, да, панда пишет в консоли end. Что вы, ребята? Ну, по идее, 90 секунд у нас делай на сервере, и вот как раз-таки через 1.5 минуты, по идее, опять-таки же, встреча начнется. Ну, 2 минуты, 5 минегов, ну, типа 5 минут прошло, чувака нету, это, по-моему, штрафные очки для команды. Напрашиваются парни, чтобы из них сделали пример просто показательный. Ладно. В любом случае, мы заложники ситуации, ничего пока поделать с этим не можем. Единственное, да, что можем, да, это наказать. Ну, наказать накажем обязательно, это уже не обсуждается, потому что несколько сезонов подряд терпели комментаторы, зрители были злы на комментаторов, комментаторы в итоге ни в чем не виноваты, были в ужасе от количества негатива, выброшенного там в стиле дилей, ладдер и все такое. Ну и в этом сезоне, соответственно, будем просто казнить. Миниск пишет гоу, вот это да, вот это да! Наконец-то дождались команды. Поляки наконец-то сделали свои дела перед матчем. Успокоились. И у них сейчас будет очень уверенный, спокойный КС. Наверное, даже Фнатик им дадут раундов 5, я думаю. В любом случае, будет интересно посмотреть за игрой польской команды на Inferno. Нюк уже неоднократно видели. Это были непростые матчи для команды Мим. Проверка от Нипов, проверка от команды Титан. Ну, сами понимаете, что вот против таких грандов играть очень непросто. Но поляки хотя бы против Нипов сопротивлялись даже очень неплохо. С Титанами не пошло, но не пошло опять-таки же все в первую очередь в первой половине. После так. Которой уже было поздно что-то исправлять. Так, я как понимаю, ножи. Да, сайдпик на центре сейчас от Фнатик будет и от команды Мим. Ну и сайдпик, в принципе, сейчас покажет, какую же сторону все-таки хотят разыграть мумы. Потому что, по-моему, команде Фнатик вообще бессмысленно тут даже выбирать, потому что вчера они показали и за атаку против Титанов, и за защиту такой колоссальный уровень игры. Ну и буквально разрывали как бы друг друга парни. Ну вот 15-15 разошлись, и давайте смотреть. Так, ну что ж, пошла поножовщина, и Мичу. Так, Пронекс. Ай-яй-яй, промазал Пронекс, и... Ну, ого. Пока есть первый минус от
поляка. Фнатики отвечают двумя минусами в ответ. И сразу же просто рассыпается команда Мим на ровном месте. Фнатики будут начинать в защите, но это без шансов. Само собой понятно, потому что именно защита сейчас даст им реально преимущество, скорее всего. Но вот что покажут польские игроки, это уже вопрос двойных стандартов. Будут ли они играть так же уверенно, как Virtus.pro в матчах против ASD, они же HellRaisers, и против команды Na'Vi, плюс на других чемпионатах они встречались также и показывали хорошее Inferno. Либо же это будет игра на уровне топ-2 Польши и какие-то... Ну и будет, скорее всего, недобор по раундам. Но увидим, увидим. Первая пистолетка. Не хочется загадывать на самом-то деле. Пистолетный раунд. Смотрим на Джейви и Innocent. Innocent сейчас ушел просто вот из-под поджима дома, но можно попытаться сейчас ему как-то разыграть. Но он затормозил неплохо Fnatic на... Покинули они дом. В этот момент основная четверка команды MeteorMakers была готова разорвать дугу, но дым помешал выйти быстро. И пытаются зайти под флеш декоем. Первым в стеке Мичу действует. И на пунте подлавливает Дэви Волка. Отличный выход. Так, ну Дэви Волк ошибается. Слепой уперся в какую-то текстуру, ну и после этого Fnatic отвечают тремя минусами. Проблема просто в том, что B3 флюши, и вчера, если он французов давил, то уж поляки ему тут вряд ли по скиллу конкуренцию такую на пистиках составят. Так, ну дал гранату на катушке, знает он, что там стоят, и... Ну должен Мичу выбирать Мичу, и Шнейдер приходит на помощь своему тиммейту, забирает Миниска, 1-0, Fnatic повели. Как-то неуверенно поляки разыграли пистолетку. Вот вместо того, чтобы выбивать B3, попушили церковь, поняли, что тупик, хелпа пришла, а B3 не выбит и на плент не развернуться. Встали на катушках. Беда какая-то. Бомбу не поставили, денег не заработали, будут сливать два раунда. Вот такие вот дела. Да, пока вот, опять-таки же, необнадеживающее начало для команды Мим. Хотя даже вот на примере предыдущей игры взяли поляки пистолетку, но сразу же отдали эко более именитым соперникам. Тем не менее, Fnatic рискует играть французским стилем. Смотрите, как агрессивно сыграли на дуге. Дэвил Волк ушел живой. Чудом уходит Дэвил Волк. Ну, Пронекс здесь, естественно, на подхвате. И капитан команду не бросит. Заберет, наверное, третьего. Так, ну Цибуль попадет, не попадет. У него пока, кстати, 0 на 1. И, возможно, сейчас будет 0 на 2. 0 на 2. 0 на 2. Ну, пока рано делать акцент на Вурде, потому что... Все еще, я думаю, только начинается. Вот на нюке, когда у него статистика зашкаливала, было даже 0-11, Вурд все-таки подсобрался и не попал в клуб рулонов. Смотрим стейки. Джейви, Шнейдер, Флюша, Б. Ну, А, вернее, А. Ну, в общем, все то же самое, классика по позициям. Поляки берут пистолеты, Джейви бежит на мидл просто, как я не знаю. Что... Это даже не партизанство какое-то, это... Такая наглость, которая вот-вот была наказана. Пытается разменяться Флюша, но два пистолета. Выход полтора, надо было Так, смотри, Мичу на банане забирает. Дэвил Волка, Пронекс встречает минусом в ответ. Да, Шнейдер просто закрыл всех аркадой своей сейчас с дома. И выход... Да, в итоге в живых стоит только Вурд, которого также уверенно забирает Флюша. Ну и 3-0. Потеряли Фнатики два девайса на раунде, и это сулит неприятностям, если, конечно, подсоберутся поляки. Не, ну на самом деле не особо важно, сколько они потеряли, потому что раунд они забирали в любом случае. Деньги есть, авик есть у Джейви, и это проблема для команды Мим очень большая. Вот так, ну посмотри, Джейви... Ну ему с респом здесь не повезло, вряд ли будет выпад, скорее всего будут аркадить дом с Шнейдером. Да, Шнейдер ковры, либо Джейви займет ковры, а Шнейдер останется стоять в люльке. Ой-ой-ой, посмотри, сколько стикеров команды Fnatic наклеил Джейви себе на снайперскую винтовку. Как минимум два я заметил. О-о-о, вот это просто мисс, мисс, жесткий мисс. В итоге приходит Миниск еще и казнит Джейви. А как тебе Лур? Два ассиста. Неплохо, но фрага по-прежнему нет. На цент гибнет Лурд, может разменять Пронекса. Может, там может. Миниск занимает большие пески. Идет на сближение в библиотеку. Флюша, законтролит ли поджимающего Миниска? Он сейчас будет убивать Лурда просто. Да, увидел уход Лурда. И, по-моему, Лурд еще на бомбе. Именно эту бомбу сейчас спалил Пронекс. 3 в 3 ситуация, но поляки сами себе создали сейчас проблемы. Главная их беда в том, что нет никого под Б. И, возможно, они сейчас будут бояться аркады с мида и попробуют все-таки разыграть в сторону Аплента только поэтому. Но вот Пронекс первый с двадцатки показался. И действия развиваются уже по инициативе Fnatic. Но нет, все, жмется дуга. Жмется дуга, Дэвил Волк дает инфу, Флюша забирает Мичу и смотрим на Луковичкина и Ковальского. Ну и давай теперь вспомним, с чего же начинался этот раунд. А начинался он с двух минусов от команды Мим. Да, при том, что подловили пуш под аплент, пуш на полтора. И уже поляки находятся в меньшинстве. Лурд есть минус, забирает Флюшу, ну все, за Цибульским смотреть больше не будем. Ну, сейчас он... Нет, будем, после этого обязательно будем смотреть за Лурдом. 0-2-4, Лурд остается в игре.
Это просто 5, кинул под себя дым, красиво вышел, был готов уже... Был готов уже просто поставить, там, не знаю, взять АК, раздать на двадцатке, но вот что-то гравитация, с гравитацией шутки плохи, когда мало ТП. Цыпля гейминг, что тут можно сказать, пока продолжаются веселухи от Лурда. Его еще из гранатки взорвали в этом раунде, Шнейдер подпушил. Он сегодня просто нарывается на какие-то сплошные невезения, падает в этом раунде, но при этом Мим делает 3 минуса, в живых остается Флюша и JV, постараются парни... Взять этот непростой раунд для своей команды. Мичу, как же не забрал? Как он же был не забрал в блайнде, был в блайнде, был в блайнде. Он прямо сразу словил моменталку сходу просто. Мениск в итоге занимает А, несмотря на провал от Лурда. Сейчас его команда играет в поддержку действительно самих себя и в поддержку его. Но вот если Мениск не убивает, то... А вот куда поворачивался Мениск? А синхронка, он слышал библиотеку и слышал 15. Нафиг одновременно просто выходили. Вышли. И очень грамотно, кстати, вышли. Посмотрите, забрав Мениска, не дали даже сыграть Ковальскому. Хотя тот особо сильно не прятался и не пытался как-то повлиять на исход этого раунда в пользу своей команды. Ну, сам виноват. Итак, сам виноват, между прочим. Диагноз команды Мим. На, вот точнее, по 5 сыгранным раундам, что можем сказать? Парни не умеют пользоваться большинством. Диагноз команды Мим прост. Цибуля. Цибуля гейминг. Цибуля гейминг. Итак, ну что ж, будем смотреть за Лурдом. Себастин как бы намекает, что сейчас будет весело. И может быть Лурд даст... Первый... Себастьян намекает, что веселье только начинается. Слушай, будет ли первый фраг второй раз? Ну все, после такого уже исправился Лурд полностью. Это нож. GV. Это просто нож, дорогие друзья. Лично банане зачистил Devil Walk и Пронокса. Ну и вот попахивает наконец-то первым раундом для команды Мим. Сейчас еще половина. Посмотрим, как Флюша сыграет. У него очень высокий потенциал в клатчах. И тут он еще и не один вдобавок. Так что... Потенциально раунд очень опасный, потому что Флюша живой на центре спине. Есть шансы выбить, в принципе. Ну вот, дальше идет дымление от поляков, и вот теперь действительно проблемы у команды Смайк. Лорд! Второй минус в раунде забирает Шнейдера. Флюша один против четверых, и ничего не поделает здесь Флюша. Так, одного офлешил, второго напугал, и в итоге все-таки Лурд его загрыз. Красавчик Лурд начинает исправляться после матча с французами. Хотя, на мой взгляд, Мим должны играть в этой встрече чуть-чуть получше, чем команда Fnatic. Потому что, во-первых, я мониторил Steam, и Fnatic сейчас не играли прак. Второе, Meteomaker сыграли с одной из лучших команд в мире. Не взяли, конечно, они своих раундов, но тем не менее, хоть как-то должны были разыграться. Тем более, такие парни, как Мум, в любом случае играли прак перед тем, как драться с Титанами. И, скорее всего, именно вот эта разыгранность может помочь команде Meteomakers в первой половине взять тот самый минимум, который им необходим для комфортной игры во втором периоде этой встречи. Если так пойдет, то мы порадуемся только за новый польский коллектив. Итак, смотрим, что происходит на карте. 4 игрока польской команды находятся под Б-плентом и под раскидку уже потихонечку начинают продвигаться на бомб-плент. Пронакс, и это застал врасплох, называется, двоих, но да, вот третьего... Да, но Мичу пробежавший как-то вот... Чудом пробежал Мичу и в итоге забрал Пронокса. Поляки будут бороться за этот раунд, но Devil Wolf. Ну, посмотри, он просто, не знаю, как этот водяной какой-то залез в это болото и как водяной всех напугал, съел, убил двоих, 6-1, жесть. Да, не удается полякам закрепить успех взятого раунда, и начинаются проблемки с экономикой. Хотя нет, в предыдущем раунде выжило 4 польских игрока, что говорит о том, что бай на этот раунд однозначно будет. И надо брать раунд. Потому что будет горе. Будет горе для поляков. Мениск плюс ВП должно контрить Fnatic. Но вот Мениск не берет ВП против команды Fnatic. В этом-то проблема. Вообще, он не уверен. Что-то сыграл даже с французами. Брал авик. И вообще как-то тупо пошел в ноль. Пытался выцелить с темки аплент. Там вообще бред какой-то творил. Я даже помню, что было дальше. Да, дальше. После чего пошел на улицу, и там его шок. Да. И там он просто сдох. Вот это было так. Пронокс отлично играет под моменталку Devil Walk. Падает Ковальский у поляков, и ситуация усложняется на первых секундах раунда. Минута есть, но этого мало. За 20 секунд нужно определиться. Определиться польскому коллективу, что они хотят показать в этом раунде, какое решение принимать. Принимать решение выйти на Б вместе с бомбой, Мичу. Так, ну и Пронокс, посмотри, не меняет свою позицию, продолжает агрессивно действовать на банане. Мичу, есть минус Пронокс. Выравнивает ситуацию в раунде. Ну и что же, пойдут дальше на Devil Walk. Мичу, второй раз в этом матче он проносит Б-плент, грубо говоря, в гордом одиночестве. И не оставляет шансов шведским чемпионам DreamHack. Ну вот дальше идти не стоит Мичу, здесь все под контролем у Флюши. Ну, зря пошел поляк, но и на центр изменял. Вот сейчас будет очень интересно посмотреть на двух ультра-гиперстрелков команды Fnatic.
Флюшер Шнайдер. Так, стоит. Отличные позиции у команды МИМ. Мениск смотрит выход из церкви. Вурд контролирует выход с респауна. Ну и на помощь сейчас должен подойти Иносен. Ну вот торчал кончик с катушек и доторчался Флюша. Все, Шнайдер последний и Шнайдер пора уходить. Красный. И да, тут будет сейв. Попытка сейва от игрока команды Fnatic, но Вурд нет, не законтролил. Ну все, бомба взрывается, Шнайдер сейвится, сейвится Иносен. Шнайдер взорвался. Бомбарда, мама. 6-2. Да, вот так вот. Второй раунд для польской команды. И посмотри, вот два вот таких вот неоднозначных раунда в исполнении МИМ, и Фнатики будут сливать. Не будут рисковать, не будут закупаться форсбаем, будут просто проводить экономически. Знаем мы, какие опасные Фнатики на эко. Так что, в принципе, не стоит полякам расслабляться, и надо наоборот быть на пределе собранности и концентрации. Devil Walk поджим дуги. Ну, Пронакс. То, о чем мы говорили. Пронакс довоил Мичу. Ковальский разменял. Ну, Фнатик вообще четко сейчас прошли мидл. А вот поляки сразу понятно. Боятся парни, что вот такие расклады могут произойти. Так, разминулся с Ковальским. Очень интересно. Интригует меня эта ситуация. Ковальский может сейчас его просто зачекать. Ну вот Иносент получает демеджа от Пронакса. Но Ковальский тут как тут. Подстраховал тиммейта, сразу же забрал шведа. Ну и Devil Walk со Шнайдером. Вдвоем против четверых. Засада на пленте, но поляки бегут на Б. Зачем Пронакс пошел в яму? Его этот вопрос будет мучить, наверное, до конца этого раунда. Если бы не пошел, а остался разыгрывать ЭКМ более пассивно, то, скорее всего, мы бы увидели неминуемую серию разменов на Б. И, наверное, даже красивые флаги, но бомба уже стоит. И Фнатик вдвоем вынуждены завершить этот раунд. Ну вот, наверное, Шнайдер не пойдет сейчас. Шнайдер попробует все-таки выбить девайс и засейвить, потому что у него есть армор. Надо постараться. Минис поджидает его из ямы, но Шнайдер показывает отличную стрельбу с 50, забирает еще и Лурда. Полегче, парень. Но то, что он Лурда забирает, это ладно. Лурда сегодня забирают все, кому не лень. Он говорит, хей-хей, цибуля, stop the shit. I wait you, I wait you. Ну так, что же, кто выживет из поляков? My peace talking. My peace talking, I'm Schneider. Снайдер. Снайдер. Шреддер. Шреддер из черепашек-ниндзя это. Или Герхард этот. Ладно, все, у меня уже тролли. С последними новостями сегодняшними, когда весь мой день испортили, я готов сказать, что сегодня я неадекватен полностью. Да сегодня вообще у нас полуфановый стрим. Почему-то мы решили потроллить Вурда. Ну, сегодня у него игра не заладилась. Ну, не то, что не заладилась, он просто сам. Он вот когда так играет чувак, ну, это просто... Потрольте меня, ребята! Зато ну, посмотри, если знаешь, он... Знаешь, вот скажу тебе, это очень неприятно оказаться в такой ситуации, когда ты не можешь сделать фраг. У меня были такие моменты, да, они у всех но были. До клуба Рувонов я не дошел. Ну да, видишь, но тем не менее Лур тоже не дошел. Лур тоже сыграл. Не дошел, он исправился, молодец. Мы видели то, что он боролся, чтобы сделал максимум, дабы не попасть в клуб Рувон. Ну что же, Шнайдер, Джейви будут принимать сейчас выход аплент от команды из Польши, и те готовят очень плотную раскидку. Скорее всего, будут... Да, врыв на двадцатку. Хорошая граната от Флюша, поздняя, правда. И смотрим на Шнайдера. JV вот. Пропустил. Смотри, куда прошел Мениск. Он вышел на плен под кучу дымов. Забрал в пленте Флюшу. И забрал еще и Шнайдера. JV шел по стопам. Сделал минус, но Вурт уже тут как тут. Отличный раунд от поляков. Просто бесподобно разыграли под дымы. Мениск был... Ну, здесь, знаешь, здесь больше, чем... здесь не больше, чем отличный раунд, сколько фейл от JV. Ну, вот этот сыграть... Там, на самом деле, вот я смотрел за JV и видел, как проходил Мениск. Вот как только начинали вылетать гранаты, сразу же вышел Мениск. JV слышал все это дело, шел за ним по стопам, но Мениск успел забрать двоих игроков. Оставим это на профессионализме польской команды, но, тем не менее, также оставим... не оставим эту ошибку от JV без внимания, и вот... Смотри-ка, наглость от Fnatic на центре, наглость на дуге и уже минус 3. Fnatic на эко, отлично. Meteomakers берут все-таки 5 и будут ждать 6-го. Шутили мы, прикалывались, а поляки в атаке взяли уже 5 раундов. И довольно-таки неплохо выглядят в этом матче. Да, твердые ребята, твердые ребята. Ну вот опять же я упомянул, то, что скорее всего они разыгрались на Титанах неплохо и могли даже что-то обсудить. Если нюк не рабочий, то Инферно работает. А вот у Fnatic явно есть тут проблемки. Хотя, знаете, Fnatic покажут себя в атаке. Защита. Вот видно, что за защиту они играют свои раунды, но вот именно того старания и тех самых мувов, моментов, которые они показывали вчера в матче с Титанами, мы не видим, потому что Fnatic решили тупо разыграть дефолт.
Игра от ситуации за защиту по своим позициям. Тренировочка небольшая для Fnatic. Так, правда, ну может... смотри, что же будет делать мимы в 13-м раунде, точнее в 12-м раунде. В очередной раз постараются вскрыть Б-план. Ну вот на все про все у них есть Мичу, который уже нам показал, что может без особых проблем разбрасывать Пронокса и Шнейдера, да кто бы там ни был. Ну, Мичу хорошо, Мичу хорошо прострелял, но вот... Сейчас уже Fnatic так не стоят, как до этого. Да, тогда Fnatic исповедовали более агрессивный дефенс, а вот сейчас играют больше так вот, можно сказать, зажато. Как вот вчера, собственно, играли против команды Вариги. Стадия половины просто заключительная. Не хотят парни себе проблем на голову лишних. И сейчас будет минус 50 хп у Мичу. Минус нет, минус 20. Зато Ковальского сбрили. Все, пошла раскидка и ошибается Devil Волк, но уходит. Дают ему уйти, не разменивают красивые флешки. От Пронокса решают все. Пронокс красный успевает забрать на хелпе Ковальского. Не дает ворваться. Прострелы против Миниска. Минус Миниск. Все. Закрыт. Нет, проносит! Забирает Пронокса. Но это тачдаун Б просто. Надо задавить Волка за Б3. Но Б3 убить будет тяжело. Тем более там 100 хп. Ну все. Ну, все да, сдохли на хелпе. Миниск один против четверых. 20 секунд до конца. Бомба на руках. Нет, это 7-й раунд для команды Fnatic. 7-5. 7-5 в пользу шведского коллектива. Но поляки взяли 5, им нужен еще один, и они могут, в принципе, спать спокойно и готовиться уже играть вторую половину. Ну, знаешь, взяли 5, я думаю, они не хотят на этом останавливаться, будут стараться взять как можно больше. 13-й раунд, и, по-моему, пахнет сейчас поджимом от Fnatic. Нет, просто одна граната по таймингу, и жать не стали полтора, странно, странно. Сохраняют закрытые позиции Фнатики после предыдущего раунда. Понимают то, что сработало. Поляки не могут найти пока что ниточку к дефенсу шведов. И будут пытаться работать, наверное, сейчас в этом раунде больше под апленд, чем под Б. Потому что поляки также догадываются, что Фнатик вряд ли что-то изменит. И на уже просто дело интереса выйти. Везет Миниску. Очень везет. Подловил Джейви на выпаде. Обычно такие ситуации шведские игроки в большинстве выигрывают. И в большинстве случаев выигрывают. Но здесь... перевес ли бы был на Миниске. Тем не менее, минус 50 у него есть. На самом деле, Джи Ви врывался под флешечку. Просто тогда, я говорю, выигрывает обычно. Повезло по таймингу Миниску. Он, наверное, не ослеп, да? Не, он не ослеп. Он сидел в темном просто. Прием с темного очень уверенный получился. Идет раскидка флюша. Поляки готовят высадку на апленд. Это уже становится понятно. Вот вооруженным глазом на карте заметно, сколько кого и где кто. Миниск. Так, ну посмотри, поляки будут заходить через зелень. В большинстве Шнейдер есть минус, забирает Инноцента. Сейчас Пронокс может сыграть. Вурд, разменял тиммейта, Пронокс. Все в дыму прошли. Ну вот Порева падает, и в плынте уже с 20-ки залетает трое. Мичу опять вершит просто. Вот это просто игрок имба. Игрок имба, который за счет своего скилла спокойно переворачивает. Кстати, посмотри по статистике, что происходит. У Мичу 12 фрагов, 0 ассистов, 10 смертей. У Лурда всего лишь 6 фрагов, и он на первом месте. Ну, он просто переворачивает шведов в пух и прах. Это очень суровый расклад для ребят из Швеции. Итак, Devil Волк, оставшись один против троих, принимает решение идти дальше выбивать. Забирает уже двоих, падает Лурд и Мичу. Один на один против Миниска. Ну, да, поляки, конечно, натупили. Вдвоем остались в пленте и... Ай-яй-яй! Успевает Devil Волк забрать третьего. 3, 2, 1. Нет, взорвется. Нет, не взорвется. Ой-ой-ой, последняя секунда. Какой клатч от Devil Волка. Просто нереально. Ну, ужасно сыграли поляки. Непонятно, зачем оставались вдвоем в пленте, когда можно было сыграть как-то более рассредоточенно. А прикол был какой? Они не знали. Они знают то, что он стоит на Б, но они не знали, будет ли это мид, будет ли это сейф. А Devil Волк просто стоял и ждал на прицел в 15 аномалии. Никто не смотрел. Просто закрылись в пленте и испугались, как мыши. В итоге... Подарок от команды Мим залетает. Папа дьявольская походка взял все под свой контроль и, в общем-то, ничего не вышло так. Ну и поляки будут пытаться опять брать шестой. Опять-таки же открывает Devil Волка на банане. Но у команды Fnatic укрепление на Б-пленте. 3 игрока изначально были здесь. Пронокс чудом уходит, 1 хп остается у шведа. А вот Живи сейчас просто сам себя перехитрил и не удалось ему показать скилл СВП. Шнейдер, Бэплэнд, минус Лурд. Ну, в итоге ситуация 2 в 2. Ковальский и Миниск против Шнейдера и Флюши. Оп-оп-оп, Миниск закрывает. Какие же тайминги ловят удачные Фнатики. Вот как не везет полякам. Слушай, вот сейчас Ковальского просто в тупик поставил его друг
и тиммейт Минис, который вместо того, чтобы спрятаться или просто подождать 15, решил зайти по-хитрому плент. Он хотел подстраховать проход тиммейта по главке, потому что тот мог потерять бомбу именно здесь. И потом бы Миниску пришлось непросто. Но, опять-таки же, тайминги просто ужасные были для поляков. Шнейдер заметил Ковальского. Ковальский действует в плент, он не знает о флюше. Ну, да, здесь сейчас... два игрока команды Fnatic и просто без шансов. 9-5, вот так вот, проиграв, казалось бы, непроигрываемый раунд, мимы лишаются преимущества в первой половине. И, наверное, каких-то привилегий внутри команды точно кто-то лишится также. Такое возможно. Ой-ой-ой, как возможно. Так, JV. Да, на последний раунд у JV АВП и будет щелкать на память команду мим. Ого, вот не попал сейчас. Неприятный момент. Неприятный момент для снайпера с первых секунд. Пронок с тем временем опять-таки же подвавливает Ковальского на бэп-ленте. Страйк, а ты смотри, дом-то не смотрится. Поляки там уже, Миниск уже просто вовсю разгуливает. На... Ой-ой-ой, закрыли. Вот мог выйти по-тихому, решил сыграть по-громкому, заявить о себе. Так, ну и посмотри, укрепление на бэп-ленте опять-таки же. Devil Walk и Флюша, точнее Пронокс и Devil Walk в поджиме. Не дадут зайти сюда так просто полякам. Так, Лурд играет сейчас в жонглера. Так, что-то, по-моему... Куда втопил Лурд? Что-то переборщили. Ну, походу, уже вот нервы на пределе. На самом деле, вот проиграть в Регеймсом с разгромным счетом, после этого проиграть вот такой вот обидный раунд 1-3 на апленте, потом еще куча вот таких обидных раундов, в итоге 10-5 четверо половины, Fnatic набирают... Хорошее количество раундов. Половинка не очень на самом-то деле. Себастьян для Лурда вместе с ножом. Надеюсь, это ему принесет хоть какую-то удачу на следующем раунде. Тем временем у нас уже 6 тысяч человек следит за этой встречей. Встреча действительно... Я замечу только на русском языке. На английском еще там 1005 смотрит. Так что всего за этим матчем смотрит порядка 10 тысяч плюс. Да, это радует. Вот буквально 3 месяца назад, 4 такого не было. КС вырос, это радует нас всех. Ну, статистики, конечно, вот 28 очков Лурда, 12 смертей, 4 MVP. 4 MVP, но сделал он на самом деле вообще ничего не сделал. А вот Мичу, который открыл... Вообще, три раунда, которые Нет, взяли... на самом деле Лурд взял первый раунд. Да, ну первый раунд это ладно. Если посмотреть, например, ту же схему, то после первого раунда там было все очень-очень... А ну давай посмотрим, сколько нанес Лурд дэмэджа. Так, там, наверное, вообще очень-очень мало... Вот график по раундам, например, у него... Сколько всего? 965 дэмэджа. Ну, 10 фрагов полноценных настрелял, вот можно сказать. Да, но это дэмэдж. Всего лишь дэмэдж, и это не факт, что фраг и не очки. Но, тем не менее, 4 MVP-шки ловят. 10-5. Комфортный счет для Fnatic более чем. Могут позволить себе рискнуть в пистолетном. Так, смотри, что на банане. Агрессивное занятие от команды мим. Напугал их один флюш, и просто так мимы отдают банан. Так, Fnatic как ниндзя-убийцы в доме проскакали. А вот Meet Your Makers играют во французский КС на апленте, и мы можем увидеть то самое. Два большие пески, один игрок на чеке сигареты, это как раз-таки Лурд. Его задача не запустить на 15, но Fnatic уже готовы давить пески. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же так? Innocent проигрывает перестрелку JV. Лурд отлично играет с плента, но и вот пески не поддержали. И вот... Да, ну вот на Лурда... просто закрывают. Пытается скинуть под себя гранату. Взорвал Шнейдера! Ой-ой-ой, взорвали! Героические действия. Героически играет Лурд, вот это стоит отметить. И посмотрим, как сыграет Мичу Миниск в паре. Сейчас очень тяжелое парное выбивание. Миниск не проявляет смотри, внимательности. JV с Глока на просто невероятно дальнем расстоянии попадает сразу же две пули в голову своему оппоненту. Ну тут просто невнимательно сыграл вот... Миниск, если бы он хотя бы почекал, то все было бы не так печально. JV MVP первого пистолетного для Fnatic, и это 11-5. Более чем комфортный счет, рискнули, даже не рискнули в пистолетке, а просто сыграли дефолтный выход на 20-ку. Вот, и с этим ничего не сделали мумы. Только Лурд, видимо, хотел принять апленд. Ну и Innocent провалился, вот он был первый принимающий, проиграл опять-таки же дуэль JV, который просто с Глока вот, на дальних расстояниях попадает очень-очень плотно. И это в первую очередь на себе ощутил Innocent. Так, ну что же, экономический раунд от поляков. Без арморов, но есть 4 интересных пистолета, 2 ЦЗ-шки,
две P250 и... Ой-ой-ой, Мичу, такие, такие трое сладких стояли, был бы кольт, чтоб зажать, это было бы... Это был, были бы экстаз фраги для Мичу и вообще, наверное, одни из лучших в его карьере, но, к сожалению, USP не дает столько дэмэджа. Так, ну вот бедняга Ковальский решил здесь, опа-опа-опа, загнал Devil Волка, убил его в сраку, грубо говоря. Ну, Джимми не даст, по идее, девайс своего тиммейта. Ну, инициатива опять-таки за Ковальским, но он не успел просто до девайса доползти, услышав то, что топает Джимми. А вот если бы забрал, мог бы по ногам расстрелять неплохо. 12-5. Так, что же будет дальше? Смогут ли мимы отыграться в защите? Смогут ли? Или не смогут? Вряд ли, уже вряд ли. Натик машина. Все, машина убийства запущена. Если бы Мум брали пистолетку, можно было бы в это поверить. Вот я сравниваю опять-таки на примере вчерашней игры в Натик с французами. Французский коллектив доставлял намного больше неприятностей как в первой, так и во второй половине. А вот что касается Meteor Makers, то в первой сыграли. Видно, что старались. Видно, что старались. Нужны были им 5-6 раундов. Но вот вторая половина совсем у них не зашла. И с 13 раундов Натик. Взять 3 против девайсов, ну, может быть, Мум, конечно, соберутся, но, опять-таки, на мой взгляд, в команде может собираться только Лурд, который способен на героические действия в пистолетках вплоть до гранаты под себя. А вот остальные игроки какие-то пока, ну, вот как-то они не ловят, не знаю, не видят нить к игре, что ли, не понимаю. Так, ну вот как раз-таки тот самый Лурд, один против пятерых, в засаде на Б-планте. Постарается убить кого-то из игроков команды Fnatic. Дадут ли сделать это шведы? Ну, что-то мне кажется, что не дадут. Ну, его могут не прочекать, и он может задефить бомбу, на самом деле. Вот китов только нету. Да. Для полного счастья нужны были дефузы. Но, по-моему, шведы таких ошибок не допускают. Пронокс будет чекать церковь, и вот как раз-таки, если этот парень не проверит Лурда... Нет, проверит. Все четко проверяют. Фнатики, Devil Walk забирает Лурда, счет 13-5, и первый оружейный нас с вами ожидает во второй половине. Сразу обращаем ваше внимание на оп-оп-оп, Ковальский, вот он Ковальский, сразу на него нужно смотреть, но респаун у него, мягко говоря, очень-очень дальний, и лучше бы он попытался сейчас с Б сделать first frag. Вот респауны Meteor Makers не используют в качестве удобного, на самом-то деле, выхода, оп, АВП спалилась. Ни по кому не попал, Фнатик уже растянуты, на Б действия развиваются, и АВП Ковальского просто не пригодилось в первых секундах. И вот Б3 сейчас было бы таким хорошим вариантом. Респауны просто намекали, Фнатик хотят идти туда. Вы можете их забрать тупо пушем дуги. Да, Миниску забросали гранат под ноги, осталось 47 хп. И смотри, запускают одного Пронокса, дальше Фнатики не идут, но это такой вот шпион был. Ну как не идут, идут, смотри, пытались перехватить сразу же на размен поляков, но тебе не сдали позиции, никто не отдался, и в итоге тупичок. Ну, вообще, какие-то полусумбурные действия только что наблюдали от Фнатиков. Слушай, два игрока если пытались подловить на пленте поджимающих игроков мимов, но те не пошли, а продолжали оставаться вот в таком вот оборонительном дифенсе. Наглость шведов просто полна всего и везде, потому что сейчас они играют псевдофейк на Б, и если... Вот убить надо пески, все, убрали пески, остается Ковальский с АВП. Ах, мобильности нет, и ничего нельзя поделать. И уже в преимуществе находится команда Fnatic. Ситуация 4 в 3, бомба ставится на пленте, и мимы уходят на сейв. Как детей развели команду Meteor Makers, ну и девайсы надо сейвить, соответственно. Но опять-таки же, посмотри, все начиналось с минуса от поляков. И закончилось победой в раунде от команды Fnatic. Да, не умеют поляки разыгрывать большинство, особенно вот Innocent, который почему-то вот... Он не ждет, когда будут проходить к нему в большие пески, он пытается навязать перестрелку до захода и проигрывает ее в очередной раз. По мне, именно вот эта причина проигрыша поляка в этого раунда. Ну, вполне себе, да. Ну почему не дождаться вот... Проходите на Ковальского, он стоит с АВП. Ты в больших песках. На тебя должны добежать, чтобы забрать. Ну, видишь, они не понимают игру, скорее всего, шведов не понимают. Ну, да, ты видел, кажется, какая, ты видел, какая была... Набрал вот таких полусырых ребят и ты пытается видел? С них слепить какую-то команду. Не, и ну, это заметно. Особо не получается. Это на самом-то деле заметно. Особенно, если обращать внимание вот на Ковальского и... Ну, не, вот мячу не сырой. Но и на цент... полусырых ребят. Ну, да, полусырых. Что-то знают, что-то могут, но...
не все получается, и вот в половине моментов допускают просто действительно банальные ошибки. Ну, команде Fnatic отдать стоит должное. Они действительно в прошлый раунд сыграли очень красиво, перетянулись просто как боги, чувствуя каждую позицию польской стороны, а выходя в ВВП. Ну вот сейчас второй раз уже не будет так легко. Ковальский взял инициативу под свой контроль. Вывезл с первым минусом, и Fnatic пытаются его разменять. В итоге попадает в перекрестный огонь. Врывается в плент, падает бомба. АВП живой, и один Devil Волк в живых. Выглядит такой сейчас доступной уткой. Ну вот, вот на примере раунд, как должен играть дефенс на пленте. Перекрестный огонь, только так можно здесь нормально принимать выходы от команды Fnatic. По-другому нельзя играть вообще. А вот почему-то Innocent считает по-другому. В пистолетном стрелялся один, в оружейном стрелялся один. Все эти перестрелки проиграл, в итоге Fnatic набрали уже 14 раундов. Ну и как с такой ямы выкарабкиваться, я даже не знаю. Но пистолетный раунд явно фейл команды Meet Your Makers. Если бы они старались его взять, они бы понимали, что простой холд, закрытые позиции с одним чекающим, не знаю, на главку в первые секунды было бы намного эффективнее, чем то, что они пытались показать. Вот игра от скилла полякам не идет. Потому что нет скилла. Есть скилл только у Урда. Да. Все остальные, ну... Но позволить себе от скилла играть могут Fnatic в этом матче. Они, например, это уже делают несколько раундов. В первой половине таких моментов было много, когда вроде бы тебя не прикрывают, но ты пушишь, убиваешь. Вот... Пожалуйста, чувство превосходства, оно приходит со временем. У Fnatic, по-моему, со временем... С DreamHack'а все еще оно стоит. Так, ну посмотри, в очередной раз Fnatic будут слоу заходить на 7 на сент. Выиграют перестрелку и GV, забирают в коврах. Нет, не забирают Devil Wolf. АВП Ковальского на сигарете все еще старается пресечь выход. Но вот с ковров-то никого нету, теряются. Лурд с дыма выпадает с 15, не дают уйти. 2 в 4. 2 в 3. 43 секунды до конца раунда, они раскидывают 15, пытаются пройти миниск с КТ. Если Флюша выйдет на него, это будет большой ошибкой. Уйти на Б как самый главный вариант, но боятся то, что поджали, скорее всего, Смеда, и будут идти на до конца. Ждут Библу, флешка для Devil Волка, он проходит, два игрока в арке. Тем временем Ковальский с ВП в больших песках, его расчеты не на него. Но опять-таки же, на самом деле, сейчас выигрывают раунды благодаря снайперу команды. А именно Ковальскому, который делает ключевые минусы и зачищает вот промахи своих тиммейтов. Ну тогда, что верно, то верно. Но не его АВП, не его игра на апленте, и Fnatic могли бы пройти. Вчера, между прочим, Fnatic тоже нереальную игру показывали. Вот в матче с французами решались на выпады, там, не знаю, не по шансам, 3 в 4 выходили на А. Это было просто жестко, французская команда падала. Так, посмотри, Fnatic что решили сделать. Закидочку будут заходить на Б-пуэнт, у Шнейдера есть один КМ, и вот с помощью этого девайса постараются перевернуть шведы все происходящее во второй половине. Так, минус бомб кэрри. Ну, здесь... Вроде бы неплохой прием бэплента, потеря только Мичу и восьмой раунд для команды Мим. Красивые флешки сейчас показали поляки на самом деле. Вот не успели поставить бомбу и свои силы как-то сконцентрировать и рассосредоточить Fnatic. Но мы видели, что когда два уже было на пленте, был первый размен. Просто залетает две флешки, выходит чувак с катушек и спокойно перекрывает кислород бомб кэрри, его тиммейту и еще одному тиммейту, который прятался до последнего. Тем не менее, сейчас девайс на раунд, Fnatic нацелены серьезно на раш Б плента. Нет, включили режим Shift, простреливают тачку, готовят выход на миниска. Поляки также готовили агрессивный прием Б плента, миниска запускали. Оу, вот сейчас было бы бинго просто от Fnatic, если бы миниск занял право. Но он не стал играть, как Сейзет играет часто. Итак, 5 игроков команды Fnatic находятся на банане, готовы раскидывать Б плент. Посмотрим, как же поляки будут принимать вот такой вот заход от шведской команды. Мичу просто под нос залетела граната, оставила 52 хп. Миниск раскидывает заход на точку. Ой-ой-ой, сколько всего залетело на Б. И посмотри, только два игрока заходят на БПН. Троица игроков команды Fnatic продолжают. Даже один пронок зашел на Б. Как так? Посмотри, где находится швед. Я вижу. Мне смешно, он будет ждать. Он будет ждать, будет отпускать парней. Так, вот теперь осталось найти... Ай-яй-яй, миниск! Это просто 5 миниск, красава, все, Fnatic в тупике. Мичу готов разрядить сейчас свой кольт, но опять ошибка в перестрелке. Но при этом размен 2 в 2, и Fnatic'и будут заходить на Б, которая просто осталась без контроля. Вот знаешь, вот сейчас АВП Ковальского будет бесполезно, поэтому на пассивочку уйти. Да, стоит пассивно, будет ждать тиммейтов. Да, будет ждать тиммейтов, все правильно делают сейчас мимы, нет смысла совываться одному. Будет... Так, у Иноцента залетает просто под GV, как Саура и Везение. Вот и АВП, Б3 падает, 2 в 2. Ну, сразу же Шнейдер разменял. Ковальского, Лурд, минус Шнейдер. Плюша, один против двоих.
Ну, он старается, старается. Ну, вот выпад в упоре, и все, проигрывает выпад в упоре. Все-таки будет 14-9, Мидьюмейкеры сдают борьбу. То, что надо болельщику команды МИМ, вот такие вот четкие раунды в их исполнении. Матч продолжаться будет уже немножко на другой волне. Фнатик понимает, что разбудили сейчас спящего зверя, который спал очень долго и... А вот представь, есть да, шанс вот отыграться. На секундочку пофантазируем, и если бы мимо не проиграли вот тот обидный раунд 1 в 3, счет бы первой половины был где-то 8-7. Даже проигранная пистолетка, и сейчас бы был абсолютно равный счет. Ну да, было бы где-то примерно не так. Не допусти такого количества ошибок, все бы было по-другому. Так, ну что ж, закидка дуги. Короче, пассивка от мимо опять. Нет конкретных действий. Ковальский на своей позиции, все на своих позициях. Но с метлом могут быть проблемы. За счет этого, посмотрите, позвали Миниска, чтобы он укрепил в первые секунды, так как раша на Б не было. И 4А у команды Midyomakers. Туда идет коллектив из Швеции. Будут пытаться брать 20 под свой контроль. Смоук, смоук, флэш and spray from loot. Ну давай, давай. Да, кого-то в дыму надо найти, но нет. Патроны вообще предательски. Вот, вы знаешь, хорошим игрокам, которые заслуживают просто кучу всего, которые столько отыграли, не залетает последние годы. Просто не залетает. Так, ну что ж, перестройка под Б. Да, очередная попытка от команды Fnatic. И лурт тут как тут. Скрыть защитные редуты команды МИМ на Б-пленте. Смотрим, чем же закончится. Лурт есть open фраг, забирает Devil Волка. Ну, его даже не забирает, разваливает просто. Так, как. Ковальский замечает JV на коврах. Ну и преимущество в два игрока у команды МИМ в этом раунде. А, кстати, экономика команды Fnatic упала. Все, Шнейдер... Мичу, два минуса на Б-пленте. Шнейдер забирает Лурда, и Мичу просто шикарен в этом матче. 13-17, статистика Лурда, 49 очков, 42 очка Мичу, 21-19, 15-15 Ковальский и в минусе Инноцент и Миниск. Да, у Фнатик Лурда же... 9 ассистов. 9. Да, видать, сегодня у Лурда день не его. Но 9 ассистов, это уже говорит о том, что либо у него что-то с коннектом, либо что-то с девайсами, либо реально, ну, проблемы какие-то. Ну, просто обычно такие парни попадают, эти 9. Так, и вот посмотри, начинаются проблемки у Фнатиков. Экономический раунд в их исполнении. Посмотрим, как его разыграют. Пытаются отыграть на... Да, будет заход на главочку. Ну и что же. Три раунда Фнатики пытались скрыть Б-план. Все это закончилось просто невероятными провалами. Ну и пойдут ли в следующем на... Ковальский разменивает Лурда. Devil Ковальский. Подразнил на Цента. Ну... Мичу. На экраунде никаких проблем у команды МИМ возникнуть не должно. Пронок забирает Мичу. Забирает Ковальского и играет уже 1 в 2. Ситуация опасная. Забирает бомбу. Бэпленд пустой. Посмотрите. Бэпленд пустой. Ой, гранатка неприятно. Залетела Проноксу и Минис тут как тут. 14-11. Поляки не без труда все-таки взяли этот экономический. Пронокс как-то тоже потерялся. Он боялся, наверное, второго с хелпы. Но там был пуш через дугу. И если бы ушел на Б, поставил бомбу, поляки бы, наверное, просто... Написали бы Q... Ну, Q-Tap-GG. Нет. Игры... Q-Tap-Enter. Q-Tap-Enter, да, было бы в исполнении польской команды. Ну ладно, 15-й раунд пока что от Fnatic уплывает все дальше и дальше, как... прям под парусами, под хорошим ветром. Сдувает ребяток при попытке атаки на Б. Поляки пока собрано работают. Снова пассивный дефенс. Фнатик немного поменяли стиль игры. Акцент уже на плент в трех игроков, два на Б. И там есть агрессивная позиция от Миниска. И вот не справляется. Не справляется молодой, талантливый польский игрок со своими задачами. Уже не раз мы видим, как он умирает на этой карте. Итак, сможет ли Ковальский исправить всю эту ситуацию? Есть первый минус СВП, забирает JV. Ну, JV надо убивать в голову. Я видел, как он сейчас прицелился. Посмотри, по-моему, поляки раскусили задумку команды Фнатик. Знают... Что это будет? Попытка зайти на Б-плент, Лурд в респауне, Мичу на Б-пленте, Ковальский, второй минус ВП, забирает Пронокса. Минус Ковальский. Ну подожди, подожди, если сейчас Инноцент подожмет дугу, то все будет Лурд, хорошо. Вот это провал, ну зачем же так агрессивно принимать? Инноцент, Мичу спасает ситуацию, не дожидаясь Инноцента, все. Ну вот только Мичу может справиться с командой Fnatic. А вот сейчас Инноцент ошибся, ой-ой-ой как. Ну слава богу попал по Шнейдеру, оставил 26. Все, Мичу, закрыли Шнейдера, 14-12. Три минуса на Б-пленте. Казалось бы, уже после минуса Лурда ничего не сможет помешать команде Fnatic зайти на Б-плент, но смогло, точнее смог, и это был Мичу. Слушай, вот в матче, он его вообще можно отметить, как, наверное, одного из самых мощных игроков состава МИМ нового, и в матче против французов он тоже исполнял, тоже убивал. Блин, ну вот... При том, что вот от него фраги и все действия выглядят так, как будто он это реально умеет, остальные пока пытаются.
Вот реально. Человек хорошо играет, очень хорошо. Наверное, много тренируется все-таки. Нужно будет узнать вообще о поляках поподробнее. В скором времени, наверное, попробуем связаться с ними и расспросить команду Meet You Makers о том, кто есть кто, помимо Лурда, потому что об этом парне известно много и всем. Так, Fnatic будут сейчас делать... Ой-ой, какая неприятная флешечка от Лурда залетела в дом. Это дает инфу Лурд, что вышли на главку. Ну, это будет уход на Б сейчас от команды Fnatic. Они, их задача здесь просто напугать и сдержать аплент хотя бы еще секунд на 10, чтобы успеть перетянуться. Плюша забирает миниск. Ну вот опять спешит куда-то. Миниск. И да, опять-таки же проверка Мичу. Будут заходить на Б-плент Фнатики Мичу. Сможет ли остановить Фнатиков еще разок? Смотрим. Ну этот красавчик должен был это делать, но был в блайнде, походу. Он в блайнде был, когда принимал. Он пытался... под флешку занять эту позицию, запустить Фнатиков и потом расстрелять их в спину. Но флешка заняла позицию раньше его. Да, и... флешка в лицо, и Мичу просто застрял в текстуре. О, Лурд просто! Не дает Фнатику поставить бомбу. 20 секунд до конца. Ситуация 3 в 1, Ковальский. Один против троих. Не попадается ВП. Ситуация кроволол. Сейчас умрет дуга. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какая могла быть граната? Ковальский! Unbelievable! Ну, надо, ПЗ-шечка. Надо чуваку сейчас стараться. Лежит под ним калаш, что не берет, непонятно. Справа сотый, Б3 крас, нет. Ну вот справа игрок и... Да, это беда. Берлоук берет 15-й раунд для команды Fnatic. Три матчпоинта у шведов. Смогут ли их отыграть польские игроки? Давайте смотреть. 15-12. Три раунда. И если сейчас Meet Your Makers возьмут 3, то они совершат действительно поистине невероятную вещь, потому что только французы сыграли вчера 15-15. А это значит, что Meet Your Makers не такие уж и слабые ребята, и готовые карты могут у них выстрелить в серии BO3. Но, опять-таки, с очками прощаться на StarLadder не хочется этим парням. Ковальский. Знаешь, никто не говорит, что они слабые, но вот допускать такое количество ошибок в матче против Fnatic, это непростительно. Да, да. Ну, плюс шведские команды, у них тимплей всегда жестче. И жестче в том плане, что они очень коммуникабельные ребята. Вот у них уровень коммуникации, по-моему, один из самых высоких. Потому что у них постоянный информационный поток. Постоянно. И говорит о действиях всегда один человек. Остальное инфа. Я просто много наблюдал, еще помню, в 1.6 на Intel Extreme Masters за игроками Швеции. Особенно меня радовали Lions, старая команда, с Кристалом, Тритом и Знилом. Вот те парни просто... раскидывали все. Но тренировались мало, поэтому результата не было. Мы их называли детомашнаторы, потому что это вот когда я играл, это была детская команда, которая только собиралась и жестко любили помашнить, и все обвиняли их в использовании читов, потому что попадали парни очень-очень даже плотно. Что, в принципе, делают обычно большая часть шведских игроков. Они все очень плотно стреляют и грамотно. Ну и что же, очередной заход на Б-плент. Мичу на катушках, готов принимать заход Фнатиков. На морозе бомбу ставит Пронакс. Уау, Мичу пробежался по голове Пронакса. Да садись, дефусь бомбу. Опа, наказал дугу, наказал. Воу, кабель! Мичу! Это unbelievable, 15-й. Все, под молотовым Фнатики просто божественно играет Meet Your Makers в этом раунде. Шнейдер испугался и не убивает Миниса в жесть. Матчпоинт еще один матчпоинт. Два остается у Фнатик. Денег на один раунд. Денег на один раунд. Будут сливать Фнатики? Нет, будет еще, будет ну... еще раунд, смотри. Есть еще на один. 2, 3, 5, 4, 2. Будет а дроп вообще, раунд. А вообще что произошло? Полубайк? Нет, все-таки форсбай. Да, форсбай от Фнатиков. Будут рисковать. Проиграв этот раунд и не поставив бомбу, Фнатики на последний они раунд... Они поставили бомбу. Нет, уже. Если в этом не поставят, то на последний раунд могут остаться без денег. Ну, они, да, и им точно будет не очень приятно. Итак, момент истины наступает. Всего лишь два раунда до конца. Чудо противостояния. Казалось бы, однозначно фавориты в этом матче игроки команды Fnatic. Ну и смотрим на связку Лурд Ковальский. Вот приятно удивляют. Сейчас интересно, как сыграет Лу... Вот слушаю Ковальского, как шестое чувство. Под минуточку нормально отошел чекать ковры, 15 пустая. И Fnatic тоже не стали рисковать делать выпад. 3-2 Б намечается. Вот Шнейдер и Дживи будут пытаться заходить на главку через зелень и забегать в респаун. И троица игроков команды Fnatic. Опять-таки же под Б-плентом. Ну вот не знаю, почему Fnatic так тянет на Б. Все, last open. Вот не палятся. Будут ждать, когда закончится дым. Миниск готовится уже принимать. Да, Миниск с Молотовым будет встречать команду Fnatic. И это может быть провал для шведов. Остальные конечно. Два игрока ждут выходов на главку. Но мы настолько зажато.
встали Upland. Так, начинается раскидка, залетает Молотов от Миниска, топит просто в дым, падает от Devil Wolf, Миниск, зачем? Но есть Мичу, секретное оружие команды Meet Your Makers, он подбирает флюшу, не давая зайти, Devil Wolf. Красный Мичу, и да, это скорее всего ГГ. Фнатики все-таки сильнее. Ничего не ясно. Все-таки сильнее, сильнее. Как гибнет Лурд, как гибнет Лурд. ГГВП. 13-16 заканчивается эта встреча, и команде Meet Your Makers можно пожелать только успешных тренировок. К великому сожалению, до уровня французского коллектива они не дошли. Ну и результаты матча сегодняшнего дня. 3-16 Титан разгромили Meet Your Makers, после чего Мум до конца не смогли. Ну, по-моему, они до сих пор ну, просто... Ну, вот знаешь, вот вторым матчем Мим сказали всем своим, я не знаю, хейтерам, болельщикам, кому угодно, сказали, что команда... В будущем, я не знаю, в далеком, в ближнем, но может все-таки раскрыться и показать, что будет бороться за топовые места на сцене CSGO. Мне кажется, что Мим еще не отошли от команды Титан. Вот перед матчем с Fnatic все-таки их нормально задавили Титаны. Практически без шансов сыграло два игрока на стрельбе, остальные просто приседали. Ну, работы у парней хватает. Надо работать над ошибками, анализировать вот такие вот матчи и... как-то улучшать свою игру. Ну и на этом игровая неделя с LTV Star Series подходит к концу. Мы с вами увидимся в воскресенье. Для вас работали Strike и Slam. До новых встреч, друзья. Спасибо, что были с нами. Целуем. И, кстати... Я думал, ты скажешь цибуля. Цибуля. Да, но ты сказал целуем. Целуем, да, вот так вот. Да, увидимся, друзья.